Памятник Богдану Хитрову, основателю Симбирска, один из символов современного Ульяновска. 1 сентября он отметит свой первый юбилей – 10 лет. В 2007 году обсуждали вопрос, как отпраздновать 360-летие города. И был проведен конкурс на памятник Хитрову. 8 июня 2007 года подвели его итоги. Первое место было присуждено Олегу Анатольевичу Клюеву. И его эскиз был взят для основы для будущего монумента. В 2008 году в центре города появился баннер с паспортом объекта, где говорилось, что работы будут окончены к 1 июня того же года. Однако по техническим причинам памятник к сроку не был изготовлен. Летом 2008 года уже на определенном месте на бровке венца появился постамент, облицованный гранитной плиткой, и на нем опять же стоял баннер с изображением памятника, чтобы люди могли, так сказать, к нему привыкнуть и быть готовыми к его открытию, которое теперь уже назначили на начало нового учебного года. Ну а в старой России 1 сентября было и новым годом еще. Наконец, в конце августа работы по отливке статуи, которые проводили в Тольяттинской мастерской художественного литья, были завершены. 29 августа утром на площадь въехал грузовик, на котором прибыл на место своего постоянного жительства бронзовый памятник Богдану Хитрову в разобранном состоянии. Уже здесь, на площади, сам руководитель Тольяттинской мастерской Виктор Попов приварил все части. 1 сентября 2008 года памятник был открыт. На сегодня в нашем городе это единственный конный монумент. Ирина Антонова, новости Ульяновской правды.